Из Крокус-Сити-Холла более сотни человек были спасены подростком. 15-летний Ислам Халилов подрабатывал гардеробщиком. В момент нападения он не растерялся и организовал эвакуацию людей. Нас быстро! Туда! Все уходите в ту сторону! Все туда! В Экспо! Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Приветствую всех. В день трагедии Ислам работал в гардеробе. И когда начались взрывы, он направился за толпой людей, которые двинулись в тупик, для того, чтобы вывести их через служебный вход. Сегодня мы договорились с родителями Ислама о встрече, и сейчас едем к нему. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Рад видеть героя, отца героя. Открыли дверь, там толпились люди изначально. Некоторые просто в шоковом состоянии стояли зачем-то. Вот этих людей, которые просто стояли, я за руки тянул, вот так толкал их с толпой. Чувствуешь ли ты себя героем в этой ситуации? Честно говоря, нет. Я делал свою работу, это часть моей работы. Могу сказать только одно. Если вы хотите помочь, помогайте. Это вам ничем не мешает. Я всегда им говорю, что будь честным, справедливым. Какие-то помощь нужно будет людьми, обязательно помогай. То есть это обратно к тебе, ну, придет. Для каждого мусульманина мечта попасть в Мекке, хадж делать, умра и большой хадж делать. Вот наша мечта была попасть в хадж. Вот так, видишь, любое хорошее дело нас как вознаграждается, да, Всевышним. Два дня назад он даже не представлял. В Москве школьник спас более 100 человек. Этого мальчика зовут Ислам, ему 15 лет. В тот злополучный день он подрабатывал в Москве в гардеробной Крокус Сити Холл. Ему удалось спасти более 100 человек. Когда он увидел, что толпа несется в сторону тупика, он не растерялся и, рискуя своей жизнью, побежал за ними и вовремя успел их развернуть, после чего вывел их на улицу по правильному маршруту. Страна должна знать своих героев. Огромное уважение и признательность мальчику и его родителям. Этот парень, Ислам Талилов, который 15-летний парень, который спас 100 человек. Мы сейчас взяли у него интервью. Гардеробщик, да? Да. И он говорит, 15 лет парню. Он говорит, лучше погибнуть самому, чем погибли бы 100 человек. И его отец тоже с нами поговорил. У них многодетная семья, очень много детей, и живут очень бедно в съемной какой-то там комнате. И он говорит, какое счастье, слава Богу, что мы живем так бедно, потому что из-за этого сыну пришлось устроиться в гардероб работать, школьнику, и из-за того, что он в гардеробе работал, он спас 100 человек. Здесь я хочу обратить внимание на то, что наших с вами сограждан, десятки людей убили таджики, от этого никуда не денешься, а вот спас 100 человек киргиз. И это примерно все, что надо знать о многонационалочке в нашей стране, да, что называется ЧТД. И раскачивать сейчас эту лодку, что может начаться, ну, это немножко плевать в сторону вот этого мальчика Ислама, который все-таки спас 100 человек. Другой вопрос – миграционная политика, об этом можно долго говорить. Бұл әне азыр қырғыздың ержүрек азаматын өстіргеніне сыймықтанып, толқынданып тұрады. Крокус Сити Холлға болған террорды қол салуда 100-ден ашуын адамды құтқарып қалған қырғызстандық 15 жаштағы Ислам Халиловтың апасы. Қанседа әне емес пе? Олу жасаған чечкендеу қадамын, ердеген көріп бір чете сыймықтанса, бір чете баласы аман келгеніне шүгір деп, мен мертеуі Құдайға жалынып тұрады. Балам ошондой жерден есен аман келді, маға тірік келді, маға дәуелі. Аллахқа шүгір, Аллахсаға чоң рахмат, балам құтқарғаныңа, балам сақтағаныңа деуілі кечке Аллахқа разычылығым іле айтып аттым. Қайрадағы видеоларды көріп, уже құчақтап, құттықтап, молодец деп ән сүйіп қалдым. Нас быстро! Туда! Все уходите в ту сторону! Все туда! В Экспо! Жаш үйбілі орыс жарандығын алып 15 жылдан бері Орусияда емгектенішет. Ислам үйдің ұлысы. Бір жылдан бері Крокус Сити Холлдың кейімілген бөлімінде іштеп жүрген. Мы подумали, может, там экскалатор сломался. Күндегідей еле жұмышта отырған біз.
Аңгыч эле биринчи кабатта шум боло баштады. Биз эскалатор иштебей калган го деп ойлодук. Анан эле адамдар кыйкырып баштады. Корктум, бирок өзүмдү колго алып, кырсыктан куткаруунун амалын издедим. Окуяда өзүм эле эмес, көптөгөн адамдар кош айтышаарын түшүнүп, элди ээрчитип сыртка алып чыкканга үлгүрдүм. Мен 15 жашымда эмне кылдым? Өзүм Москвада төрөлүп, Москвада өсүп тургандар, бирок ата-энеси кыргыз, ушул жакта окуп чоңойгон биздин ислам мекендешибиз тургандар. Кечеги каргашалуу окуяда Кроксичи колдо жүздөгөн адамдын, 150'ден ашуун адамдын өмүрүн сактап калууга себепкер болгон жигит. Вот ошол сыяктуу биздин кыргыздын духун көрсөткөн, кыргыздын ким экенин көрсөткөн ислам инибиз туугандар. Азыркы учурда көбү байланыша албай атат, көбү ислам жөнүндө билгиси келип атат. Азыр мен исламга жаңыдан аккаунт ачтык туугандар. Аккаунт ачтык, калтырып коем. Ар бир кыргыз кирип ушул исламга подписка таштап, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Анан 2-3 күн ичинде сиздерди кызыктырган суроолоруңуздар болсо, ислам өзү прямой эфирге чыгып силерге жооп берет. Дай бурса ушундай жигиттерден көп болсун. Кыргызстан алга. Я это хочу передать Айтама, Тайнеме огромный рахмат за поддержку. Барзаңыздарга рахмат, чоң родственниктерине, докторума. Всем вообще. Эми мен ойлогом, ислам менен переводчик менен сүйлөшөбүзбү деп. Себеби Москвада төрөлүп өсүп, ушакта окуп кеткен да, а мен орусчаны билбейм деп ойлоп, переводчик керек го десем, красавчик, кыргызчаны сонун сүйлөйт экен. Кыргызстан алга, алга. Ислам батыр. Алейкум салам. Ислам кандай? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Жакшы, сени бүт элдер көрүп атат, элдин баары сен батырдыгыңа суктанып атышат, 100'ден ашык кишини сактап калды деп. Ассаламу алейкум, рахматуллахи алейкум салам. Сиз атасы боласыз да? Ооба, атым Бахтияр. Кубанычтамын, уктук сиздер жөнүндө. Ну, изначально сперва было как обычный рабочий день, потом на первом этаже там странные звуки были. Мы подумали, может, там эскалатор сломался или там, может, пьяная компания. Потом люди начали выбегать, кричать. Я когда в этом моменте понял то, что нужно действовать, я сразу все сделал максимально как надо, потому что понимал то, что если я буду состоять в шоковом состоянии, я свою жизнь потеряю и жизнь сотни людей. Изначально я кичинок оркватам, там, когда в толпе я был, я думал, там, может, они выйдут, будут стрелять или там гранату кинут. Но я успел открыть дверь, и все, мы выбежали в экспо. Я был оттен, Сузав Тургунов, Сузав Айл Тургунов. А, дякую. Мен өзгөндө. Биринчи көргөндө аябай коркуп ыйладым мен, ошондой жаман окуя болгон жерден чыгып тирүү дени сак келгенине аябай кучактап Аллахка ыраазы болуп бир аз ыйладым. Андан кийин өзүмө келип кайра балам да өзү калтырап титиреп мындай шоковый состоянияда болчу. Кайра балама өзүм бошонбостон наоборот күч дем берейин деп анан кийин молодец деп анан азыр эми кечтен бери аябай сыймыктантабыз, конечно. Том 15-летний парень, который помогал людей выводить, мы ему лям сегодня скинули. Сори, что я без твоего разрешения покажу, но это и так все в инете уже знают эту новость, поэтому просто героев должны в лицо знать. Я очень благодарен Моргену Штерну. Я искренне просто очень рад, с помощью него у меня хоть как-то облегчится жизнь. Я очень рад, то, что существуют такие люди, как Алишер, честно, у меня просто нет слов, я просто плакать хочу. Плачь, бро, плачь, нормальная тема. Красавец, героев в лицо надо знать. Ислам батыр. Алейкум салам. Ислам кандай? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Жакшы, сени бүт элдер көрүп атат, элдин баары сен батырдыгыңа суктанып атышат, 100'ден ашык кишини сактап калды деп. Ассаламу алейкум, рахматуллахи алейкум. Алейкум салам. Сиз атасы боласыз да? Ооба, атым Бахтияр. Кубанычтамын, уктук сиздер жөнүндө. Ну, изначально сперва было как обычный рабочий день, потом на первом этаже там странные звуки были. Мы подумали, может, там эскалатор сломался или там, может, пьяная компания. Потом люди начали выбегать, кричать. Я когда в этом моменте понял то, что нужно действовать, я сразу все сделал максимально как надо, потому что понимал то, что если я
буду стоять в шоковом состоянии, я свою жизнь потеряю и жизнь сотни людей. Изначально Кишинев-Горкотан, там, когда в толпе я был, я думал, там, может, они выйдут, будут стрелять или там гранаты кинут. Но я успел открыть дверь, и все, мы выбежали в Экспо. Галалатан, Сузав Тургана, Сузав Айл Тургана бас. Жакши. Мен өзгөндө. Биринчи Горгондо аябай коркуп ыйладым мен ошондой жаман окуя болгон жерден чыгып тирүү дени сак келгенине аябай кучактап Аллахка ыраазы болуп бир аз ыйладым. Андан кийин өзүмө келип кайра балам да өзү калтырап титиреп мындай шоковый состоянияда болчу. Кайра балама өзүм бошонбостон наоборот күч дем берейин деп анан кийин молодец деп анан азыр эми кечтен бери аябай сыймыктантабыз конечно. А как много людей в этот момент было в гардеробе? Если всех считаю, ну, сотрудников приблизительно, да, да, да. Ну вот где-то сотни людей было. А ты выводил всех, включая сотрудников? Да, всех. А откуда ты выводил? Ты знал какие-то запасные выходы? Вот что да, это? У нас есть через штаб, есть у нас специальный ключик, через который открывается дверь, и оттуда есть тоже на экспо выход. Угу. Черный выход был. А, то есть, как было, получается, ты услышал выстрелы, и ты сразу говоришь, что все за мной, я знаю, куда идти, как вот это вот? Нет, я начал на все фойе, на весь Крок Сити Холл кричать, люди стреляют, стреляют, и начал кричать, все бегите в экспо, и показывал, куда нужно идти, и всем помогал. И ты дождался, пока все... Да, и сзади не шел. То есть ты шел последним, замыкая? Да, да, чтобы знать то, что я никого не оставил. Ты понимал, что там террористы, но при этом остался все равно вот последним? Ну, да, вот. Я особенно боялся в толпе, когда я был с людьми. Я думал то, что могут открыть огонь на поражение или могут там гранату кинуть или еще что-то. А сами террористы, они в этот момент где были? Ты их видел? Они были на первом этаже возле главного входа. То есть, получается, надо мной, да. Над вами. Ты не видел их? Нет, я одного видел, бородатого такой, в зеленом камуфляже был, с автоматом вот так ходил. Угу. А ты видел его снизу, наверное, или где? Вот? Да, я вот под лестницей его видел, он был просто спиной стоял, шел, короче, в сторону концертного зала. Потом я еще смотрел видео, после того, как домой пришел, там концертный зал подожгли, там еще люди остались. А когда ты его видел, ну, как далеко ты видел его от себя? Ну, метров где-то он от меня был 50, там, 30 метров от меня. Он меня не видел. Это в последний момент, когда люди забегали, и ты там повернулся посмотреть? Да, я потом напоследок убежал с ними, с людьми, после того, как эвакуировал. А вот скажи, в момент, когда ты его видел, что ты вообще почувствовал? Что ты вот... У меня был страх, я испугался. То, что я мог оказаться на месте тех, кто погиб. Вот. А ты видел погибших? Да, передо мной там мужика просто стрелили. То есть, условно, полили сверху вниз? Да, и он через эскалатор упал. Когда вы бежали как да. раз? Давка была, и все были в шоке. Сперва никто не понимал, что делать, куда идти. Но я старался каждому помочь, и практически все следовали инструкции. Ну, я делал просто свою работу, честно, я просто героем. Не считаю, это была часть моей работы. А как ты думаешь, приблизительно сколько жизней тебе удалось спасти? Ну, не знаю, может сотни, может больше, меньше. Там было очень много людей, толпа, я в шоковом состоянии был. А когда ты вышел, когда ты понял, что вы в безопасности, что, какие мысли, какие чувства? У меня просто... Внутри очень хорошо стало, я прям ощутил то, что я вышел оттуда живой. А когда вышел, все были в безопасности, да, все, да, да. Никто не ранен? Нет. Все в порядке, к вам как быстро, может, там спецслужбы подошли? Спецслужба подошла, по-моему, через минут 30 где-то. Мы были в этом моменте уже на улицу, я видел, там люди снимали то, что зал поджигли там молотами. Uh-huh. И такой вопрос, наверное, последний. Вот когда ты пришел домой, когда там ты приехал к родителям, что ты им сказал, как они отреагировали? Я им всю обстановку все объяснил. Они сперва там плакали, то, что я оказался в таком месте, все это было передо мной, что я все это видел. Но потом все пришли с нормальным состоянием, гордились и были рады, то, что я пришел домой живой и здоров. Лучше пожертвовать собой, чем дать умереть сотни людям. Расскажи, пожалуйста, что за история, что Моргенштерн тебе скинул? Вот, он поблагодарил двух людей, меня в том числе. И там какого-то мужчину, не знаю, выплатили или нет, я могу показать доказательства.
Да и я верю. Я его вчера отблагодарил, вот. Я очень рад, что... А он какой сейчас с тобой связался? Ну, там через Артур есть один человек. Это помощник Алишера, как я понял. Вот. И вчера они меня нашли в Телеграме. Вот. Мы вчера с ними общались, и они мне перевели деньги. Огромное спасибо Алишеру тоже, конечно. Да, там меня отправляли еще 3000, 7000. Ну, спасибо огромное всем, кто меня поддерживает. А это просто люди? Да. То есть не какие-то неизвестные, просто вот обычные? Да. И они что-то писали тебе в этот момент? Они писали там, это тебе в честь благодарности, вот. Я очень рад, что такие люди существуют, спасибо огромное. Я, конечно, спасал это людей, помогал не ради денег, но так как вы сами даете, вам самое главное огромное спасибо тоже за поддержку. Я горжусь своим сыном, слава Богу, вот он чем смог, тем помог мне, и сам тоже жив-здоров. И остальные люди, которые он вывел, тоже живы остались, и им тоже... благодарность выразить буду. Друзья мои, это ислам. Тот самый ислам, который спас свыше 100 человек в Крокус-Сити. Давайте я пожму руку. Ну, во-первых, я хочу сказать, что это наш земляк, он из Кыргызстана. Как это шок, все происходит? Шок. В шоковом состоянии. Люди вот, ну, пошли, короче, в правую сторону, где наш штаб. А нужно было в левую, где экспо. Я это увидел, и чтобы они в тупике не остались, я пошел за ними и начал всех выгонять в сторону экспо. Ну, быстро! Туда, 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 туда! Все уходите в ту сторону! Все туда, 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 туда! В экспо, в экспо! Я знаю, что Моргенштерн тебе отправил 1 000 000, это правда? Да. 15-летний парень, который помогал людей выводить, мы ему лям сегодня скинули. Просто героев должны в лицо знать. Сегодня тебе еще подарили мотоцикл. Да. Ему не подарили стал, мотоцикл. Как тебе подарок? Вообще слов нет, я очень благодарен. Ты давно хотел, да, его? Да, я думаю, можно копить на него, но, видите, Аллах дал мне его сам. А часто бываешь в Кыргызстане? Я там уже не был, так, почти 4 года. Приезжай. Летом. Летом? На каникулы? Да. Мы тебя ждем в Кыргызстане. Ты красавчик. Накидайте, что он крутой. И красные флажки. Кыргызстан. Прям вот, вот здесь. В комментариях. Донскому Артему Александровичу. Мен ошол жерде болгондо дух жетмек эмес да? Алишер в первую очередь. Жардам бердим ага. Моргенштерн. Ооба. Азербайджан дейт го сен? Жок, мен кыргызмын, чисто кыргыз. Чисто кыргыз. Россия телеканалдарынан 30-дай телеканал келип тартып кетти деп атасың го. Биздин Кыргызстан телеканалынан келишти. Бир туугандар, бул жакта бизде Крокус Сити, метро Мякина. Ушул жерде кимде ким билген болсо, 2 күн мурда атышы болгон. Бул жакта террористтер басып 150-дөй адамдын өмүрү кеткен десек болот да. Ошол терроризмде кыргыз бир тууганыбыз, кыргыз баатырыбыз 100-дөн ашык адамды ошол жерден чыгарып кеткен. Мындайча айтканда өзүнүн баатырлыгын кыргыздын көрсөткөн. Ошол бала жолуканы келдик. Ассаламу алейкум, Сырдык Уча YouTube каналындагы бир туугандар кандайсыздар? Ден сооңуздар жакшы. Мен жанымда кыргыздын баатыры десек болот. Азыркы замандын человек паугу десек да болот. Ислам баатыр, исламга жолуктук. Биринчилерден болуп мен жолуктум десем болот. Ислам өзү Красногорскийде жашайт экен. Метро Мякина Красногорскийде. Канча жаштасың, кайерден болосуң, канча бир туугансың? Жашым 15, Красногорскийден болом, мекенимде ушул жерде жашайм. О, Красногорскийден болосуң. Кыргызстанга эмне болот? Кыргызстанга эмне болосуң? Жалабаттан. Жалабаттан кайдан? Качкар ата. Качкар атаданбы? Молодец. 15 жаштасың. А. Понятно. Мен видеодон көрүшүм боюнча аяшпам өзгөндөн болот, а? Оштон өзгөндөн болот. Аяштам Кочкордон Жалабаттан болот, а? Понятно. Сен өзүң мекениң адам болосуң ошондо. Алишер в первую очередь. Жардам бердим ага. Моргенштерн. Ооба. Ал 1 000 000 рубль акча которду дейт, ошол туурабы? Ооба, ооба. Серьезно эле? Да. Сбербанкка же БТБ банк ушундай Сбербанкка которудубу? Анан көрсөтөм. Мисалы, сен бул жакта гардеробныйда иштегенсиң, туурабы? Ооба. Өзү по сути. Иштегенинде мындай коркунуч болбоду? Стрельба башталганда
Сен өзіңдай ұжағыңдан қорпадың, мен өзім жоғалып кетсем не болады, өзім мындай іс айтқанда қаза болып қалсам не болады деген нәрсе болмады өзім. Қазір бір сөз айтам, орысша айтам. Лучше лучше пожертвовать собой одним, чем сотни людьми. Красавчик. Мужик, наке. Биздин батыр, бирок түшүнбөдүм орусча эмне дегенин. Өзүңөр батыр алсаң. Кыргыз мындай мекеништердин атынан мындай подарктар, белектер болду. Чалышып, кел бул жака кел, мынан алып кет же мындай кыл дегендер. Ооба. Мен мисалы өзүм инстаграмдан көрүп калдым. Биздин Москвадагы муфтийлер, Москвадагы дин тармагында жүргөн муфтийлер издеп жүрүшүптүр исламды. Белегибиз бар эле. Депчи, ошолорду дагы бир оз айтып коелу, эси исламды издеп аткан адамдар болсо, исламды табам деген адамдар болсо, Красногорскге келип издебеңиздер. Бул көчөдө жүрбөйт. Азыркы учурда ата энесинин под контролем үйдө отурат, мектепке деле под контролем барып келип атыптыр. Инстаграмына жазсаңыздар болот. Инстаграм кандай? Инстаграм? Назар көчтөм. Ислам, бул ким берди буну? Государство берди. Государство? Качан берип кетти? Кече. Мынаныбы? На исламга государство Россия подарка берип тур. Буга права керек экен же, кереги жок экен? Керек экен, 125.